Пиявки – это хорошее лечение. Это лечение повсеместное и простое. Пиявки никогда не пьют здоровую кровь. Кровь нужно пить для того, чтобы брать душу питу. Если у человека жар в теле, можно ему поставить пиявки. Они пьют больную кровь. И человеку становится легче жить. Когда жар в теле, много воспалительных процессов, тогда только пиявки нужны. Пиявки не нужны, кому холодно, у него напряжение в теле. Пиявки не нужны. Пиявки нужны, когда жар в теле и воспалительные процессы. Тогда пиявки.